Друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор вакансий, которые открыты на заводах-фабриках в Польше. Начинаем мы с производственной компании, которая находится в Кракове. Это завод по производству кабельной продукции номер один в Польше. Группа Телефоника Кабель – это одна из наибольших фирм в Польше по изготовлению кабелей. Мы занимаем первое место в Польше по производству кабельной продукции, а в целом мире мы занимаем 7-е место. Работа на нашем отделении очень простая, иногда не до конца. Это, в принципе, больше интеллектуальная, в большей степени, чем в физической. «99% всей продукции, производимой на данном предприятии, уходит на экспорт в развитые страны, такие как Австралия, США, Германия и многие другие. По требованиям кандидатов требуются мужчины от 18 до 55 лет. Данная позиция связана в основном с интеллектуальной деятельностью намного больше, чем с физическим трудом. Поэтому вся деятельность находится под контролем координатора либо бригадира. Естественно, обучение. Требования по вакансии – это обслуживание машин, производящих кабель, это установка и снятие бобин с кабеля, установка кабеля на бобину, контроль накручивания кабеля, запуск машины по накручиванию кабеля, обслуживание машин по скручиванию провода, установка бобин с проводом в машину. На данном предприятии работа производится в 2 смены и заработная плата 15 злотых в час. В среднем на старте, в начале работы вы зарабатываете около 1000 евро. Это зависит от того, как быстро вы вольетесь в процесс, как быстро вас будут переводить на более ответственные участки работы, потому что чем больше вы делаете и чем сложнее работу вы выполняете, тем больше она оплачивается. Стартуем от 15 злотых в час. Проживание в Кракове, недалеко от самой компании в хостеле. Проживание бесплатно, довоз до предприятия, он тоже бесплатный. От вас только коммунальные услуги в размере 100 злотых в месяц. Основная работа, которую здесь и делают, записывается, рапортуется с помощью компьютерных установок, система SAP. Работа заключается также в общении с операторами. В основном операторами являются поляки, которые работают, которые имеют опыт работать более чем 10, 15, 20 лет. Люди, которые посвящают целую жизнь этому заводу. Эти принтеры обслуживаются именно самими операторами, украинцами, белорусами, некоторыми даже работниками из Молдавии. На своєму робочому місці я займаюся скручуванням тонких жил дротів у одну суцільну жилу. Потім ця жила проходить рівень вулканізації, тобто покривається в резину, в різний захист і виходить готовий, наприклад, трьохжильний або чотирьохжильний кабель. Я, в принципі, порекомендую цю вакансію, так як робота є не дуже фізично складна, але потребує нелегкої відповідальності. Прямо сейчас мы закончили наше ознакомление с этой фирмой. Нам удалось пообщаться с координатором и с работником этого предприятия. Они рассказали и показали, на чем же основываются основные процессы. Мы искренне надеемся, что это видео поможет вам принять правильные решения относительно выбора работы в Польше.